Перед началом этого видео, дорогой друг, не ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик, если здесь впервые. Окей, первое, что нам нужно знать. Отправляйтесь в джунгли, которые выглядит вот так вот. На мини-карте куча-куча льян. И шастайте по подземке. Вам должны интересовать всякие летающие гады, прежде всего. Пчелы, осы и им подобные. Что самое интересное у этих пчел? Из них выпадает жало. Вам нужна одна штука. Это довольно обычный лут, так что не найдете без труда. Дальше, внутри этих джунглей найдите большой такой улей. Важный момент. Если вам лень искать улей у себя в доме, то есть в родном мире, не беда, просто посмотрите мое видео с Сидом Мира на свежую версию Тирея, и вы найдете это место, даже не копая ничего, там буквально за 2 минуты. Короче, экономия времени. И разлейте немножечко воды с поверх этого меда. Когда вода соприкасается с медом, появляются блоки застывшего меда. Вам нужно наковырять 5 блоков такого меда. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь обратите внимание на стенки, из которых сделан улей. Ломайте 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Проверяем. Наковыряли? Нет, я почему-то не наковырял 5 штук. А почему? Это очень странный предмет, вроде бы его нет, но тем не менее. Дальше. Вам понадобится обычная печка и 2 куска блока песка. Становитесь рядом с печкой, делайте себе, значит, блок стекла, потратив на это 2 песка. Потом из этого блока стекла делаем стеклянные банки. Дальше кладем стеклянную банку в инвентарь, прыгаем в жидкий мед. И у вас появляется новый рецепт, как сказать, мед в банке. Вот так вот. А теперь перейдем под промежуточные итоги. Вам нужно мед в банке, 5 кусков улья, 5 блоков меда и 1 жало. Понятно? Понятно. Дальше. У вас появляется новый рецепт, называется пчелиная масса. Помните, что пчелиная масса, она одноразовая, она работает везде, в любой точке джунглей, не обязательно прям вот в улье, где угодно. Левая кнопка мышки клацайте в воздухе, и появляется вот эта королева пчел или как-то ее там. Ну и за просмотр, за подписку, лайки, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, если здесь впервые. Так что в замечательном магазине аккаунт включай kronengoodshop.ru есть дешевые тираи Майнкрафта и сотни стимовских игр дешевле, чем на Стиме, включая Slime Rancher, кстати, второй и первый. И там же можно пополнить счет в Стиме в обход всех санкций. И там же можно купить очки Стима, тоже по сходной цене. И есть другие механизмы обхода санкций. Все, как говорится, покупка очков в Стиме вообще полностью легальная. Этот механизм сам Стим и придумал. Передача от одного игрока к другому. С задержкой, правда, в 14 дней. Увы, но, как говорится, что мы можем сделать? Стим такой Стим. Также ролики здесь выходят каждый четверг, пятницу, субботу, воскресенье, так что вот так. Не забывайте, что здесь в основном выходят гайды на популярные песочницы, не только с Террарии, но и слайм-ранчеры всякие, стадию воли, забыл, как это переводится по-русски, всякие долины, в общем, все, что приглянулось, все, что популярное, хайповое, интересное для рассмотрения, все тащим на канал. Как говорится, стараюсь сделать канал поразнообразнее. То есть одна, обычно 1, 2, а то и 3 ролика в день. Соответственно, в зависимости от сезона. Есть контент, 3 ролика. Нет контента, 1 ролик в день. Ну, что теперь? Примерно так. Зато регулярно по расписанию уже хрен знает сколько лет. По-моему, 1, 2, 3, 4, 10 лет. Ребятки, 10 лет.